Четвертый день хоккейного турнира в Ашхабаде выдался по-настоящему захватывающим. Накал страстей на льду нарастает, а команды борются за каждый метр площадки. Главным событием дня стала встреча между лидерами турнирной таблицы – сборными Туркменистана и Узбекистана. Матч проходил в напряженной борьбе с обилием моментов и острых атак. В итоге сборная Туркменистана одержала волевую победу со счетом 9-1. Эта победа позволила туркменистанцам сохранить первое место в турнирной таблице. Также на международном хоккейном турнире иранская команда Icebox одержала уверенную победу над Oman Nationals со счетом 6-0. Особенно знаменательной эта победа стала для капитана Icebox Амира Хайдари, который в этот день отмечал свой день рождения. Встреча проходила в рамках группы A турнира. Icebox с первых минут встречи взяла инициативу в свои руки и не оставила сопернику ни единого шанса. Хет-трик оформил лидер Icebox Аршия Гафори. А дублями отметились Матин Гагарзадеш и Эйлия Хамзеш. Oman Nationals пытался отыграться, но оборона Icebox действовала безупречно. Но это был не единственный подарок для Амира Хайдари. После игры его ждал сюрприз от команды. Товарищи по команде выкатили на лед торт со свечами, чтобы поздравить своего капитана. This is Iran ice hockey team first time here in Ashgabat, Turkmenistan. I have to tell you, you have a beautiful city. People are very friendly and we enjoy our stay here. My team just started for 4 years. We have ice rink in Iran for 4 years and we are keep developing Iran ice hockey team. We're enjoying the very good facility you have here and the ambiance in this stadium is incredible. Thank you so much for having us here. В рамках группы B Волот и Адихин Казан взяли победу со счетом 6-3. Команда Татарстана, продемонстрировав слаженную игру и высокую скорость, вырвала победу у россиян в напряженном поединке. Турнир очень шикарный. Все команды показывают хороший уровень. Вот сейчас играли с Белоруссией, сыграли 6-3. До третьего периода счет был 4-3 в нашу пользу. Белорусы очень классно катаются, владеют шайбой. Спасибо им за эту игру, но все равно победа на нашей стороне. Тим Турки и команда Дордои выиграли со счетом 5-2. Киргизские хоккеисты не оставили шансов своим соперникам, доминируя на льду на протяжении всего матча.